На Солигорщине продолжается месячник по наведению порядка на земле. Кроме комплексного благоустройства дворов и очистки города от мусора, коммунальные службы приступили к ямочному ремонту дорог. Какие улицы будут отремонтированы в первую очередь и сколько дорожного полотна приведут в порядок, нашему каналу рассказал директор ЖКХ «Комплекс» Александр Чемоданов. 180 квадратных метров дороги мы уже отремонтировали. Общий план по улично-дорожной сети в ходе месячника 2700 квадратных метров мы должны отремонтировать, плюс 2000 в дворовых территориях. То есть вот это вот все будет сделано в ходе месячника. Это я говорю про Солигорск. Есть же еще Солигорский район, Старобин, Красная Слобода. Везде там мы тоже будем работать. Но там больше, конечно, грейдирование, там больше грунтовых дорог, но и асфальтные дороги не останутся без внимания. В рамках года Малой Родины и 60-летия Солигорска коммунальники готовят подарок для жителей и гостей города. Новые цветники оригинальной конструкции, оригинальные ландшафтные дизайны в озеленении и еще множество сюрпризов, которые работники ЖКХ до конца не раскрывают. Разработан план по оформлению въездного знака «Солигорск». Вот эта вот бетонная надпись «Солигорск», которая не совсем украшает въезд в наш город. Мы ее тоже попытаемся украсить в виде цветочного оформления. Будут применены новые формы вертикального озеленения, такие как габионы многоуровневые. То есть основание будет грунт, по контуру камень, сверху грунт с цветочной рассадой. Это, ну, вы все это увидите, это должно быть очень красиво. Уже заказаны формы вертикального озеленения с чашами, в которые будет высажена цветочная рассада. Конечно, удовольствие не дешевое, но праздник есть праздник, мы должны что-то городу и подарить.